Сегодня у нас есть возможность продлить молодость и красоту не только кожи, лица, но и наших самых сокровенных мест, это интимные зоны. Значит, актуальность проблемы. Генитальная область, она как бы с возрастом меняется, претерпевает какие-то значительные проблемы. Это послеродовые изменения в результате разрывов, перинеотомии, грубых швов. Ну и, конечно же, самая актуальная, чаще задаваемая проблема – это недержание мочи. Сегодня мы имеем целый ряд возможностей устранения подобных проблем. Эстетика гениталий, во-первых, укрепляет мышцы тазового дна, устраняет такие проблемы, как недержание мочи, запоры, возвращает былую чувствительность после родов, уменьшение, сужение тканей половой щели, да? То есть этот процесс, он необходим не только в качестве эстетики, да, помимо того, что женщина должна себя чувствовать уверенно, что она эстетически красива и правильно сложена, то есть есть еще и медицинские показания к эстетике гениталий. Вовремя обратившаяся женщина к гинекологу и вовремя получившая эстетические процедуры – это профилактика от очень многих проблем. Женщина может рожать после эстетики гениталий, потому что эстетическая гинекология – это не только ушивание нитями, это лазерное омоложение, это заполнение слизистой филлерами, это увеличение тех же самых половых губ. Мне нравится, что очень многие женщины стали придавать этому значению. Женщины разных возрастов, и молодые, и взрослые, и пожилые женщины. Ну, замужние девушки сразу после первых же родов бегут там привести в порядок свои гениталии. Это радует, потому что женщина – это в первую очередь красота, это молодость, и ее надо сохранять. И чем раньше мы к этому приходим, тем дольше мы сохраняем молодость. Что дает нам лазер? Он в первую очередь – это профилактика раковых заболеваний. Если мы говорим непосредственно о шейке матки. Лазер – это омоложение, это выработка коллагена, это регенерация тканей, это избавление от пигментных участков. Долгие годы ни с возрастными изменениями, ни с эстетическими проблемами гениталий у нас ничего нельзя было поделать. Сейчас с появлением тех же лазеров многое изменилось. Сейчас лазер – это даже не хирургия. Лазером мы можем избежать даже некоторые хирургические вмешательства, если женщина вовремя обратится. Лазерные процедуры – это простой, нетравматичный процесс, который может вернуть и тонус, и молодость. И при этом мы можем избежать многие хирургические вмешательства.